Получил я, получается, посылку, бандаж колена. Уж почта, пожелали хорошего вечера, первый раз за 5 лет. Даже такое бывает. Вот в таком месте забираю посылки. Ничего не изменилось за 5 лет. Все как было, так и есть. И в этом сила. Ein, zwei, drei. Guten Morgen, друзья! Сегодня у нас в обзоре будет бандаж на колено, потому что я собрался работать на полях. Вот такой пришел, да, бандаж. Размер XL. Ого! Неплохой такой, хоть бы не оказался большим. Даже не ожидал. Давайте сейчас примерим, заправим и посмотрим, как он будет работать в действии. Ну, качество очень хорошее. Рекомендую. Полетели. Так, сейчас я вот колено и липучка данная должна быть всегда сверху. Просто вот так. Нет, смотрите, как раз. Индикатор колена. Как хорошо в нем, ё-моё. Я даже не думал, давайте даже сделаю вот такие подвороты. На 2 касания. 1 касание. 2 касания. Две липучки. Так, понимаю, вот это отлипается. Сделано даже качественно. Так, я понимаю, повышено, вот, да. Ну, смотря у кого как болит. Снизу, сверху. Это что-то сильная затяжка такая. Да нет, скажу вам честно, если с такой затяжкой, то очень сильно как-то фиксирует. Как же сделать правильно? Да ё-моё. Может, вот так снизу одно, второе вот так сверху. Это все равно как-то сильно натяжка идет. Ну сразу, да, натяжка сделана добротно. Ну вот, посмотрите, только прицепил, уже ткань начала отпадать. Фиксирует очень плотно колено, прям ощущается. Вот этот бандаж. Прилипли к нему сзади липучки, вот что получилось, вот смотрите. Давайте мы еще вот данные липучки
Не налипающие такие. Сейчас прилипаем, вот, и отлипаем. Там цепи. Смотрите, вцепилась так, что невозможно прям. Ты что это такое? Ну что это за качество? Да, и тут. Ну видите, качество. Показываю вам все честно. Но фиксирует колено очень хорошо. Как для фиксатора колена, по совету, потому что фиксация идет очень большая. Вот так. Очень много зацепов появляется. Если хотите брать, берите без вот этих липучек. Потому что данные липучки до такого ногу стягивают, что пошевелить ее не можешь. Это если вы вообще сломали ногу напрочь, покупайте. Вот так.